Друзья, добрый день! Вы на канале Рецепт вкусной жизни. Меня зовут Настя Лосева. И сегодня я буду делать заготовки красочные, яркие, вкусные ассорти из помидоров, огурцов и различных других овощей, которые у нас уже в избытке, и мы, если честно, не можем их съесть. Хотя вы знаете, что огородик у меня совсем маленький. Если вас интересует эта тема, как вырастить на маленьком огороде большой урожай для своей семьи, подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк, чтобы не потерять мой канал и не пропустить новые публикации. Теперь давайте посмотрим, что же я собираюсь делать. Вот такое изобилие у меня здесь набралось. Смотрите, огурцы, помидоры, это не для маринования, это мы на еду, вот эти сладенькие. Это я вам просто показываю, что сегодня я привезла. Каждый день вот такая полная корзина урожая. Мы уже наелись, тут и перцы различные. И посмотрите, вот такие большие эти помидоры. Давайте взвесим. Между прочим, это томатный гном, называется пурпурное сердце. Так, весит он 520 грамм. Острые перцы разного цвета тоже очень, посмотрите, какой красивый, а вкусный он будет этот томат, просто невероятно. Сегодня привезла еще лук, потому что, наверное, сделаю кабачковую икру и обязательно покажу вам этот рецептик. Ну и вот здесь я приготовила на маринование все. Это томат манго джанго для мариновки овощей. Для маринада будем делать такие пикантные овощи. И обязательно будем делать с патиссонами. Я вам покажу. Томаты с патиссонами — это очень вкусно. Первый год, когда я сделала, это года 3 назад, вы знаете, они в маринаде получаются даже вкуснее, чем огурцы. Очень хрустящие, сочные, свеженькие такие. И иногда даже в этом году просто я мало посадила патиссонов. Я вот такие маленькие патиссончики собираю, целую баночку делаю. Это так ярко, это так классно получается потом поставить на стол. Ну, а здесь у меня собраны разные томаты. Надо брать вот такие плотненькие, чтобы они были. И тогда в маринаде они даже немножко как бы недоспелые. В маринаде они будут хорошо держать свою форму. Сильно водянистые не берите. То есть томаты должны быть такие вот плотные, немножко недоспевшие. Переспевшие томаты у нас в маринад не идут. Сейчас я покажу, уберу здесь на столе, выставлю банки, покажу, как я мою и стерилизую баночки, какие специи закладываю. Ну и дальше всю хронологию по порядку, как сделать пикантные ассорти на зиму. Банки я сначала хорошенечко промываю. Это у меня сода. Банки новые, но тем не менее я мою их хорошо, потому что неизвестно, где они у нас стояли. Я люблю, когда делается маринад на один раз, поэтому беру объемом 2 или 1,5 литра. Все специи и зелень, которую я использую для маринования, нужно очень тщательно промыть. Вот листья хрена у меня. Я смотрю, чтобы с обеих сторон не было никакой земли, остатков органических, либо улиток, или еще чего-нибудь. И хорошенечко все промываю. Если грязь не смывается, то такой лист не пригоден для маринования. Он приведет к вздутию банки. Также я промываю всю остальную зелень, чищу чеснок. Это такая стадия подготовки. Пока у меня стерилизуются банки, стерилизовать их можно в духовке, либо в посудомоечной машине, либо в микроволновой печи, или просто над паром. Я готовлю заранее всю зелень, нарезаю ее необходимыми кусочками, которые будут помещаться мне в банку. И потом просто сразу закладываю в банку, например, хрен кладу во все банки, которые нужно. Потом кладу чеснок и потом уже буду закладывать красивые овощи.
внизу в описании под видео я оставлю список тех специй, которые я кладу на маринад, и пропорции соли, сахара и уксуса, необходимых для того, чтобы сделать пикантные маринованные овощи. Так что заходите в описание и смотрите, на какой объем, сколько необходимо положить специй.